Ольга Грибанова. Ворона и жар-птица. Как хочется немножечко тепла, и чтоб сирень у двери расцвела. Подставить бы улыбчивому солнцу свои окоченевшие тела. И пусть ворона, громко хрипло каркнув, расправит два замызганных крыла и превратится в дивную жар-птицу, что в клетке золотой 100 лет назад жила. Так хочется ответить на улыбку, что на лице твоем родной была, что только в памяти моей осталась. Я в эту память двери заперла. Но хрипло каркнув, старая жар-птица все оперенье солнцу отдала, чтобы у двери дома наконец-то сирень туманным утром расцвела. Случайность. Я размешала горе в чашке чайной, и капля пролилась на стол случайно. Я не заметила оплошности такой и рукавом размазала случайно. На рукаве я горе понесла по свету, и ранила я всех, коснувшихся случайно. Так выросла огромная гора из горя и раздавила всех, кто рядом был случайно. В смертельном ужасе рукав я оторвала и крикнула: «О, люди! Я случайно! Я не хотела горя, не хотела боли!» Услышал же меня один лишь Бог случайно. И, молодецки крякнув, чашку с горем выпил. А не найдется ли чем закусить случайно?